Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Обо всем этом вы узнаете в нашем подкасте. К сожалению, не каждый писатель получает заслуженное признание при жизни. Но иногда не заметить талант просто невозможно. Фёдор Михайлович Достоевский, к счастью, принадлежит ко второй категории. Его выдающиеся литературные способности оказались признаны и оценены по достоинству еще при жизни. А об отношении к творческому наследию писателя после его смерти мы с вами прекрасно знаем. Это феноменальный успех и всемирная известность. Достоевский традиционно занимает верхние строчки во всевозможных рейтингах самых читаемых авторов, как в нашей стране, так и во всем мире. Влияние его творчества на мировую культуру трудно переоценить. Эйнштейн считал «Братьев Карамазовых» самой пронзительной книгой, которая попадала ему в руки. А Ницше писал, что Достоевский был единственным психологом, у которого он учился. «Вольнодумные кружки», «Каторга», «Страшный приговор», «Смирение», «Азартные игры», «Долги». Все это больше похоже на остросюжетный фильм, а не на биографию одного из главных классиков русской литературы. Жизнь писателя была полна взлетов и падений. Но, несмотря на это, Достоевский смог оставить после себя большое литературное наследие. Более того, стать одной из главных ассоциаций, которые приходят в голову иностранцам при упоминании о нашей стране. Отец будущего писателя, Михаил Достоевский, работал штаб-лекарем в Мариинской больнице для бедных, в правом флигеле которой 30 октября 1821 года или 11 ноября по новому стилю родился будущий писатель. Имя Фёдор мальчик получил в честь деда по линии матери, которая происходила из среды московского купечества. «Я происходил из семейства русского и благочестивого», позже скажет Фёдор Михайлович. Хотя, если копнуть вглубь веков, можно увидеть, что в роду Достоевских были не только русские, но и поляки, и татары. Род Достоевских берет свое начало от боярина Данила Ивановича Ртищева. 6 октября 1506 года ему было пожаловано имение Достоев в Поречской волости Пинского уезда. Это место находится в Белоруссии, недалеко от Бреста. Село Достоево, к слову, сохранилось до сих пор. И в 2019 году в нем насчитывалось чуть меньше 500 жителей. Согласно местным легендам, название «Достоево» произошло от польского слова «достойник», что означает «сановник», приближенный государя. Попробуем копнуть еще глубже и проследить предков Данила Ивановича Ртищева. Одним из них, по мнению исследователей, являлся татарин Аслан Мурза Чилибей. В 1389 году он покинул Золотую Орду и был крещен в православие московским князем Дмитрием Донским. Сына этого татарина прозвали «Широким ртом», а уже его потомки стали Ртищевыми. Однако вернемся в детство писателя. В семье Достоевских, помимо Федора Михайловича, было еще шестеро детей. Неудивительно, что глава семейства постоянно должен был заботиться о благосостоянии семьи. Сохранившийся портрет Михаила Андреевича изображает холодное лицо с тонкими сжатыми губами и строгим взглядом. Усердным трудом он смог добиться получения потомственного дворянства за 3 года до рождения сына. В апреле 1818 года Михаила Достоевского перевели ординатором в военный госпиталь в Москве, где он познакомился со своей будущей супругой Марией Нечаевой. Мария происходила из семьи купца Третьей гильдии.
это были самые бедные купцы, нижняя прослойка которых постоянно балансировала между купеческим и крестьянским статусом. 14 января 1820 года Михаил и Мария обвенчались, после чего Достоевский-старший уволился с военной службы и с 1821 года работал в Мариинской больнице для бедных, где малоимущие люди могли получить помощь в любое время. В больнице были скромные оклады, которые даже по официальным признаниям не вознаграждают достаточно трудов их и не соответствуют необходимым надобностям каждого в содержании себя и своего семейства. В «Братьях Карамазовых» персонаж Зосима рассказывает, что в детстве научился читать именно по книге 104 священные истории Ветхого и Нового Завета. Скорее всего, этот момент в книгу включен не случайно, потому что самого Федора Михайловича мама учила читать именно по этой книге. Говоря о предрасположенности писателя к литературе, стоит упомянуть, что в его роду были поэты. Дочь Федора Михайловича, Любовь, вспоминает: «Когда мои предки покинули темные леса и топкие болота Литвы, они были, вероятно, ослеплены светом, цветами и эллинистической поэзией Украины. Их душа была согрета южным солнцем и вылилась в стихи». Произведение «Покаянная песнь» датируется концом XVIII века и, по мнению брата писателя Андрея Михайловича, написано их дедом Андреем Достоевским. Атмосфера в доме Достоевских способствовала тому, чтобы дети пошли по стопам деда. На семейных вечерах звучали произведения известных поэтов и писателей. Особенно Федору Михайловичу запомнилось, как его отец читал Карамзина «Историю государства российского». Позже в своих воспоминаниях писатель называл родителей «лучшими передовыми людьми», а детство – «лучшей порой своей жизни». «Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории», — вспоминает Достоевский. Подобно великому русскому поэту Пушкину, Достоевский с нежностью вспоминал свою няню, Алену Фроловну. При этом в семье Достоевских соблюдались патриархальные обычаи. Дети воспитывались в строгости, редко выходили за стены больницы, мало общаясь с внешним миром. В 9 часов вечера, ни раньше, ни позже, накрывался обыкновенно ужинный стол. И поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. «Подобное препровождение времени повторялось ежедневно», — вспоминал Федор Михайлович. Достоевские, несмотря на скромный доход, старались дать детям достойное образование. Дети учились математике, французскому языку и русской словесности, а латынь им преподавал сам отец. Изначально он хотел отдать старших сыновей, среди которых и был Федор Михайлович, в Московский университетский благородный пансион, но передумал из-за того, что там начали практиковать телесные наказания. Несмотря на строгость и требовательный характер отца, в семье Достоевских принято было обходиться с детьми очень гуманно, не наказывали телесно никогда и никого. В то время востребованной профессией были инженеры. Хороший оклад, понятные перспективы. Михаил Достоевский в выборе будущей специальности для сыновей ориентировался на нее. Братья этот энтузиазм не разделяли. Они хотели связать свою жизнь с писательским ремеслом. Это, по мнению отца, было неперспективным. В 1833-м братья обучались в пансионе Сушара, а с 1834 года в пансионе Леонтия Чермака, одном из самых дорогих в Москве. По воспоминаниям учащихся, в то время Федор Достоевский был серьезный задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры. Во время рекреации он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками. Воспоминания о пансионе можно найти в некоторых произведениях писателя. Разлука с семьей давалась мальчику нелегко. Позднее
Это отразилось в автобиографических чертах героя романа «Подросток», который переживал трудные моменты в пансионе Тушара. Среди преподавателей пансиона братьям очень нравился учитель русского языка Николай Иванович Белевич, который учился в одно время с Гоголем, посещал литературные собрания, сочинял стихи, переводил Шиллера. Белевич, по мнению биографов, вполне мог стать тем человеком, под чьим влиянием Федор Михайлович впервые задумался о писательстве как о будущей профессии. А пока почти все свое свободное время Достоевский предпочитает отдавать чтению. В 1833-1834 годах Достоевский знакомится с творчеством Вальтера Скотта, что, по его воспоминаниям, позволяет ему развить в себе фантазию и впечатлительность, сохранив множество прекрасных и высоких впечатлений. В 1837-м скончалась мать писателя. За 37 лет своей жизни эта хрупкая женщина успела родить 8 ребятишек и была обожаема и почитаема практически всеми вокруг. Она же, безусловно, сыграла решающую роль в формировании личности будущего писателя, который пронес тему материнства практически через все свое творчество. В образах матерей из романов «Братья Карамазовы» и «Подросток» многие литературоведы угадывают черты Марии Федоровны. Старших сыновей отец отвозит в Петербург на учебу в главное инженерное училище. Сам же Михаил Андреевич подает в отставку. По документам он умер от апоплексического удара 16 июня 1939 года. Этой же версии придерживался и Федор Михайлович. Однако, по воспоминаниям родственников, Михаил Андреевич был убит своими крестьянами, которых он часто бранил. Учиться Достоевскому не нравится, а пребывание в училище он вспоминает так. «Нас посылают на фронтовое учение. Нам дают уроки фехтования, танцев, пения, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец ставят в караул, и в этом проходит все время». Под конец жизни он даже сделал следующий вывод. «Меня с братом свезли в Петербург в инженерное училище и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка». Как свидетельствовал его товарищ по училищу художник Трутовский, Достоевский был замкнутым, но из-за его начитанности вокруг него сложился литературный кружок. По окончании училища он решает заняться литературой и посвятить этому все свое время. В эти годы Федор Достоевский был увлечен европейской литературой разных периодов – от Гомера до Бальзака. Также он зачитывался произведениями соотечественников – Гоголя, Лермонтова, особенно любил Александра Пушкина. Многие его стихотворения молодой писатель знал наизусть. У Достоевского нет никаких связей в литературных кругах. К этому добавляется природная скромность. Но по стечению обстоятельств его бывший однокурсник показывает рукопись «Бедных людей» Николаю Некрасову, который приходит от нее в восторг и относит ее Белинскому. Белинский так охарактеризовал прочитанное. Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная при том так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Некрасов же и вовсе назвал начинающего писателя «новым Гоголем». После стремительного взлета последовал некий спад. Следующий роман писателя «Двойник» подобного успеха не имел. Вскоре Достоевский поссорился с Тургеневым и был исключен из кружка Белинского. В это же время произошла ссора с Некрасовым, который был редактором «Современника». Новые произведения опубликовали другие издания, но они не были приняты критикой. Исследователи отмечают мнительность писателя, острое переживание критики. Примерно в это время, согласно свидетельству доктора Яновского, у Достоевского появились первые симптомы эпилепсии. Тогда эту болезнь называли «падучая».
По другим источникам, симптомы начались аж в 1835 году, но диагностированы были гораздо позже. В 1846 году Достоевский регулярно посещает литературно-философский кружок братьев Бекетовых. Постоянными участниками кружка и друзьями Достоевского были поэты Аполлон Майков и Алексей Плещеев. В 1847 году Достоевский увлекается идеями социализма и посещает кружок Петрашевского, где, помимо прочего, обсуждается и отмена крепостного права. В 1848 писатель знакомится с Николаем Спешневым, который придерживается революционных идей. Постепенно и Федор Михайлович меняет свою точку зрения на все более радикальную. На собрании кружка Федор Достоевский читает публике запрещенное письмо Белинского к Гоголю. Вскоре Достоевского арестовывают, и следующие 8 месяцев он проводит в Петропавловской крепости. Его архив, изъятый при аресте, скорее всего, был уничтожен. Суд признает Достоевского, цитируем, «одним из важнейших преступников за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского» и приговаривает к расстрелу. Поэт Майков относительно петрашевцев вспоминал следующее. «Очевидно, что никакого переворота они произвести в любом случае не сумели бы. Это был кружок, состоявший преимущественно из начинавших литераторов. Также было несколько служащих и младших офицеров. Максимум их революционной деятельности – это открытие какой-нибудь полуподпольной типографии и размножение прокламаций и воззваний. Для большего у них не было ни возможностей, ни связей, ни влияния». К слову сказать, почти сразу же смертная казнь всем осужденным была заменена каторгой на различные сроки. Но, вероятно, император решил заодно их припугнуть. И в историю петрашевцы вошли во многом благодаря инсценировке казни. В тот день осужденных вывели на Семеновский плац и объявили смертный приговор. А про помилование сообщили в тот момент, когда были уже взведены ружья. Анна Сниткина в книге «Мой муж Федор Достоевский» так описывала его воспоминания. «Помню, — говорил он, — как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовление, знал, что мне остается жить всего 5 минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет. Так, казалось, предстояло мне долго жить. На нас уже надели смертные рубашки и разделили по трое. Я был 8-м, в 3-м ряду. Первых 3 привязали к столбам. Через 2-3 минуты оба ряда были бы расстреляны. И затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, Господи Боже мой! Как дорога казалась жизнь! Сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление». И так захотелось все вновь испытать и жить долго-долго. Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор. Меня присудили на 4 года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня. Я ходил по своему каземату в Алексеевском Равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни. Затем допустили брата проститься со мной перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора. Мне недавно вернул письмо племянник. Федора Достоевского отправили на 4-летнюю каторгу в Омск, а после на службу рядовым в Семипалатинск. Писателя лишили дворянского чина и его состояния. Несмотря на все трудности, которые следовали за подобным приговором, в конце значилась служба рядовым, а это все-таки означало возвращение Достоевскому его гражданских прав. Следует упомянуть, что это был беспрецедентный случай в России. До этого все люди, которых приговаривали к каторге,
Даже если они спустя много лет возвращались к свободной жизни, все равно лишались всех своих гражданских прав. 10 января 1850 года Достоевский прибыл в Тобольск, где в квартире смотрителя произошла его встреча с женами декабристов Просковьей Анненковой, она же Полина Гебель, и Александрой Муравьевой и Натальей Фонвизиной. Они подарили писателю Евангелие, которое он хранил всю жизнь. После возвращения из ссылки Достоевский уговаривает старшего брата открыть журнал. Дело в том, что книжный рынок в те времена почти отсутствовал. Печатать свои сочинения могли себе позволить лишь немногие авторы. Большинство произведений печаталось в журналах. Издатели журналов были своего рода монополистами. Они решали, что именно печатать и сколько при этом платить авторам. Братья открывают журнал «Время». В нем они печатают записки из «Мертвого дома», которые производят колоссальное впечатление на аудиторию. Это было первое в истории русской литературы произведение, героями которого стали заключенные, в котором описывались их быт и нравы. Более того, Достоевский стал первым русским писателем, побывавшим на каторге. Иван Тургенев сравнивал это произведение с «Адом Данте», а Александр Герцен — с фреской Микеланджело «Страшный суд». После возвращения из Семипалатинской ссылки Достоевский встречает свою первую супругу, Марию Исаеву. Ее писатель описывает так. «Женщина души самой возвышенной и восторженной. Идеалистка была в полном смысле слова. И чиста, и наивна, притом была совсем как ребенок». Там же, в Семипалатинске, Достоевскому удалось невозможное. Он подружился с работавшим там бароном Александром Врангелем, который попросил генерала Татлебена лично ходатайствовать о прощении Достоевского перед новым императором Александром II. Это означало бы возможность вернуться в Петербург после отбытия каторги и службы. Прощение было даровано, и через 10 лет после ареста Достоевский вновь оказывается в Петербурге. Ему возвращают дворянский титул. Вокруг него формируется образ мученика, пострадавшего за народную правду. Завершая рассказ об этом периоде, следует упомянуть, что годы, проведенные на каторге, сильно повлияли на характер писателя. Сделали из Достоевского очень религиозного человека, которым он и оставался вплоть до самой смерти. Переходным произведением писателя принято считать роман «Униженные и оскорбленные». После переезда в Петербург он писал: «Воротился я сюда и нахожусь вполне в лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо. Чувствую, что в нем есть поэзия. Знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи. В униженных и оскорбленных легко угадываются автобиографические мотивы. Повествование в романе ведется от лица начинающего петербургского писателя, чья судьба подозрительно похожа на судьбу самого Достоевского. Успех дебютного произведения у критиков, взаимоотношения с издателем, резкие неудачи в дальнейшем». В романе автор пытается вернуться к мотивам творчества 1840-х годов и обогатить их пережитым опытом. Дело в том, что в Сибири убеждения писателя действительно изменились. Суть этих перемен сам Достоевский сформулировал как возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Среди прочего, он понял, что интеллигенция в стране значительно оторвалась от почвы. В дальнейшем Достоевский и его брат даже становятся приверженцами такой философской идеи, как почвенничество. Почвенничество было попыткой найти компромисс в набившем оскомину споре западников и славянофилов. Сторонники нового направления признавали положительные моменты двух этих основных течений, но тем не менее обозначали свою нейтральную позицию. Стоит отметить, что Достоевский начал скептически относиться именно к революционным преобразованиям России, при этом подчеркивая важность реформ,
в том числе для сближения правительства и народа. Писатель высказывал подобные мысли в различных художественных произведениях и статьях, например, в своих записках из подполья. «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его, и главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться». Стоит упомянуть еще одно увлечение писателя, про которое ходит много слухов. В начале 60-х Достоевский впервые выезжает за границу. Посещает Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Англию. Там он увлекается игрой в рулетку. Достоевский всегда отличался азартом и проигрывал немало денег на бильярде. Но рулетка затмила все другие увлечения. Он даже пытался создать идеальную систему, которая позволила бы ему всегда выигрывать. И даже, как это порой кажется многим азартным игрокам, создал ее. Само собой, система оказалась несовершенной. Как и у любого игрока, у писателя были разные полосы. Иногда везло, и он выигрывал, а иногда проигрыши заставляли его влезать в долги. В 1864 году ушли из жизни жена и старший брат писателя, а через год пришлось закрыть и журнал «Эпоха». Чтобы как-то выпутываться из тяжелой финансовой ситуации, писатель заключил очень невыгодный для себя договор с издательством на публикацию собрания своих произведений и начал работать над романом «Преступление и наказание». Главы романа исправно выходили из номера в номер, но писатель все равно не укладывался в срок, обозначенный контрактом. На помощь пришли опыт азартных игр и друг писателя Александр Петрович Милюков. Он нашел для Достоевского прекрасную стенографистку – Анну Сниткину. Достоевский до этого никогда не пользовался услугами стенографистки, всегда писал сам. Однако с ее помощью за немыслимо короткий срок в 26 дней писатель создал роман «Игрок». Это позволило уложиться в сроки контракта и спокойно закончить «Преступление и наказание». В 1867 году Достоевский и Сниткина поженились. В своей книге воспоминаний «Мой муж Федор Достоевский» супруга писала: «Имя Достоевского было знакомо мне с детства. Он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над записками из мертвого дома. Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала. С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более 35-7 лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужены незаметно. Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у профессора Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому что я раньше видела его портреты. Федор Михайлович с каждым днем относился ко мне все сердечнее и добрее. Он часто называл меня «Голубчиком», его любимое ласкательное название, «Доброй Анной Григорьевной», «Милочкой». И я относила эти слова к его снисходительности ко мне, как к молодой девушке, почти что девочке. Мне так приятно было облегчать его труд
и видеть, как мои уверения, что работа идет успешно и что роман поспеет вовремя, радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух. Я очень гордилась про себя, что не только помогаю в работе любимому писателю, но и действую благотворно на его настроение. Все это возвышало меня в собственных глазах. По поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди, и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую. А мне хотелось бы выйти замуж по любви. 8 ноября 1866 года. Один из знаменательных дней моей жизни. В этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и попросил быть его женой. С того времени прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад. Через 2 месяца после свадьбы Достоевские уехали за границу, где жили несколько лет. Чтобы помочь мужу расплатиться с долгами и избежать описи имущества, супруга заложила все свое приданное, которое они, к сожалению, так и не смогли выкупить обратно. Супруги прожили в любви и согласии 14 лет. В этот период писатель навсегда завязал с азартными играми. Любящая жена помогала писателю в работе, издавала его произведения и решала экономические и бытовые вопросы, постепенно обустраивая его жизнь. Скорее всего, именно это и было необходимо Достоевскому, который совершенно не умел грамотно распоряжаться деньгами. Например, по воспоминаниям приятеля, он еще в годы учебы мог получить из дома сумму, на которую другой студент прожил бы несколько месяцев. Но Достоевский уже на следующий день мог спокойно занимать 5 рублей. Деньги, к слову, играют важную роль во многих романах писателя, порой толкая персонажей на крайне необдуманные поступки. Супруга родила писателю 4 детей. Старшая дочка София, к сожалению, прожила всего несколько месяцев. Вторую дочку назвали Любовью. Достоевский писал о ней: «Довольно тихий, некапризный ребенок. На меня похоже до смешного, до малейших черт». Уже будучи взрослой, Любовь пыталась пойти по стопам отца и попробовала себя в литературе, написав романы «Иммигрантка», «Адвокатка», сборник рассказов «Больные девушки». Творчество критики не оценили. Третьим ребенком стал сын Федор. В одном из писем жене Достоевский вспоминал: «У Феди мой характер, мое простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться». Супруга писателя вспоминала, что Достоевский перед смертью велел отдать сыну то самое Евангелие, которое ему подарили жены декабристов. Младший сын Алексей, к сожалению, скончался в возрасте 3 лет. Детей у Любови Достоевской не было, а вот сын Федор продолжил род отца. Его дети и внуки сохраняли и сохраняют память о своем знаменитом предке. Из творческого наследия Достоевского литературоведы особо выделяют 5 основных произведений, так называемое «Великое Пятикнижие». Это романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Практически все они вошли в список 100 лучших книг всех времен по версии Норвежского книжного клуба и Норвежского института имени Нобеля. «Преступление и наказание» — это роман, принесший Достоевскому мировую известность. Роман, идею которого автор вынашивал много лет. Сохранился черновик письма с изложением сюжета почти законченной повести и с предложением опубликовать ее в журнале «Русский вестник». В этом письме Достоевский так определил содержание и главную идею повести: «Психологический отчет одного преступления молодого человека, исключенного из университета студента, живущего в крайней бедности, который по легкомыслию и по шатости в понятиях поддался некоторым странным недоконченным идеям». На одном из этапов создания романа Достоевский признается в том, что сжег весь написанный материал. «В конце ноября было много написано и готово. Я все сжег. Теперь в этом можно признаться.
мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Выход преступления и наказания в свет вызвал бурную полемику. В 1866 году роман стал самым обсуждаемым произведением в российском литературном сообществе. С анализом произведения выступили такие современники Достоевского, как Дмитрий Писарев, Николай Ахшарумов, Николай Страхов. Последний, по мнению Достоевского, был наиболее близок к автору по взглядам. Страхов в своем исследовании пишет: «Раскольников есть истинно русский человек, именно в том, что он дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Это черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которым они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед». В 1880-х годах роман «Преступление и наказание» был переведен на французский, немецкий, шведский, английский, польский, венгерский, итальянский, датский, норвежский, финский языки. В европейской литературе появились романы-спутники, продолжавшие темы оригинала. Роман вдохновлял писателей на создание самостоятельных произведений, а также послужил фундаментом для многочисленных адаптаций и экранизаций, которых, к слову, немало и у другого произведения великого пятикнижия — романа «Идиот». Работу над ним автор начал в Германии и Швейцарии, а закончил в Италии. Во Флоренции на стене одного из домов висит мемориальная табличка, на которой написано, что именно здесь Достоевский написал роман «Идиот». Период создания романа, безусловно, был очень тяжелым для писателя. Помимо очередных финансовых неурядиц, во время работы над романом всего через несколько месяцев после рождения скончалась его первая дочь. Сам же роман на разных стадиях подвергался переписыванию и даже сжиганию. Замысел романа «Идиот» сам автор описывает так. «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь». Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал, потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. При создании романа автор вдохновлялся творчеством Сервантеса, Диккенса, Гюго, а также Александра Сергеевича Пушкина, чья повесть «Египетские ночи» находит свои отголоски в романе Достоевского. Также стоит упомянуть, что «Идиот» считается самым лиричным из всех крупных произведений Федора Михайловича. А вот другой роман великого пятикнижия «Бесы» в свою очередь называют самым политизированным произведением писателя. Да и сам автор изначально готов был пожертвовать литературной составляющей романа. Он говорил по этому поводу критику Николаю Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы при этом пострадала художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Многие считают этот роман неким предсказанием, предупреждением или даже пророчеством. В сцене бала, в портрете одного из революционеров, например, читатели разглядели образ будущего вождя мирового пролетариата. Посудите сами. Улыбок не примерял, хотя часто и плотоядно улыбался. Ростом он был мал, лет 40 на вид. Лысый и плешивый, с седоватой бородкой, одет прилично. Но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то сопротивника.
Произведение было, что называется, на злобу дня. Подвергало сомнению популярные в то время радикальные революционные кружки. Прообразом сюжета выступало такое явление, как нечаевщина, возникшее в обществе после убийства студента Ивана Иванова группой под руководством Сергея Нечаева. Нечаевщиной принято было называть вседозволенность в выборе методов, которыми пользовались революционеры. Но произведение, в котором писатель изначально предполагал выразить свое неодобрительное отношение к радикальным кружкам в стране, в ходе написания дополнялось и видоизменялось. В итоге политическое высказывание переросло в настоящую драму и трагедию, став одним из значимых произведений автора. Роман «Подросток», где писатель вывел на первый план проблему воспитания повзрослевшего ребенка, безусловно, остается в тени остальных четырех произведений великого пятикнижия. Современники критиковали роман за бесформенность и хаотичность и даже считали его неудачей писателя. Но со временем мнение изменилось. В наши дни все чаще возникают предположения, что «Подросток» — возможно, самое недооцененное произведение великого русского писателя. Примерно в это же время сбывается, наконец, давняя мечта Достоевского. У него появляется первый в его жизни и единственный собственный дом. После рождения детей они с Анной подыскивают тихое, спокойное место, куда можно было бы выезжать на лето с целью оздоровить детей и, чтобы по меткому выражению Достоевского, переменить воздух. По совету профессора Владиславлева, мужа родной племянницы Федора Михайловича Марии Михайловны, они оказываются в замечательном курортном местечке Старая Русса. Анна Григорьевна с детьми проводит там лето. К ним присоединяется и Федор Михайлович. В семье всей душой полюбили спокойную размеренную жизнь городка. И вскоре по случаю приобрели небольшой дом, который писатель считал местом физического и нравственного покоя. В Старой Руси Достоевский работал над романами «Бесы» и «Подросток», а героев романа «Братья Карамазовы» практически перенес в атмосферу этого городка. В Старой Руси есть набережная Достоевского, на которой расположен музей романа «Братья Карамазовы». Много ли нам с вами известно музеев, посвященных одному конкретному литературному произведению? Именно «Братья Карамазовы» стали своеобразным итогом творческого пути Федора Михайловича. Роман был дописан в ноябре 1880 года. Через два месяца после его публикации писатель скончался. Многие идеи, наброски и образы будущего романа появились у Достоевского задолго до начала работы над произведением. К примеру, еще в 1850-х годах на каторге Достоевский познакомился с Дмитрием Ильинским, который оказался несправедливо осужденным за убийство отца, и чья история легла в основу сюжета «Братьев Карамазовых». В первоначальных записях к роману старший брат значился под его фамилией. По окончании работы Достоевский хотел написать продолжение, но не успел это сделать. Сохранились даже некоторые версии содержания будущей книги. Как писала супруга писателя, над последней страницей первых томов должны были пронестись 20 лет. Действие переносилось в 80-е годы. Алёша являлся уже не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой. Митя возвращался с каторги. Другое предположение выдвигает известный литературный издатель Алексей Суворин. Приведем цитату из его дневника, где он ссылается на разговор с писателем, в ходе которого Достоевский сказал, что «напишет роман, где героем будет Алёша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду». И в этих поисках, естественно, стал бы революционером. Но в любом случае, нам с вами так и не удастся узнать, каким было бы продолжение «Братьев Карамазовых». Потому что зимой 1881 года
Проблемы с легкими сильно пошатнули здоровье писателя, и он скончался в возрасте 59 лет. Уже в первые часы после смерти люди стали приходить в его квартиру. В последний путь писателя провожали тысячи почитателей его таланта. Похоронная процессия растянулась более чем на километр. Художник Иван Крамской написал посмертный портрет писателя «Федор Михайлович Достоевский на смертном одре». Писатель похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры в Петербурге. В качестве эпитафии на его надгробном камне слова из Евангелия от Иоанна. Те самые, которые писатель до этого выбрал эпиграфом к своему последнему роману «Братья Карамазовы». Помимо широко известной литературной деятельности, с 1873 года Достоевский ввел рубрику «Дневник писателя», которая сначала выходила в журнале «Гражданин», а затем выросла в отдельный журнал. Это своего рода разговор с читателями об актуальных событиях, различных проблемах общественной жизни, новостях, а также событиях из жизни писателя. Его характеризовали как дневник общественной жизни, пропущенный через личное писательское восприятие. Опустив некоторые условности, по сути это можно сравнить с современными блогами или скорее дневниками в живом журнале, если бы Федор Михайлович имел доступ в интернет. С литературной точки зрения ни в русской, ни в мировой журналистике нет ничего похожего на этот труд Достоевского. Писатель и историк Игорь Волгин, который защитил на эту тему диссертацию, считал, что дневник писателя по праву может быть назван энциклопедией русской жизни. В наши дни изучение дневника писателя выделилось в самостоятельную отрасль достоевистики, которая в свою очередь является самостоятельной отраслью в литературоведении. Изучением жизни и творчества писателя занимается большое количество людей. Существует даже международное общество Достоевского. Быть может, это прозвучит странно, но Достоевского, одного из самых известных и узнаваемых отечественных писателей, критиковали за бедность языка. К примеру, Бунин заявлял следующее. «Знаете, почему у Достоевского нет описаний природы? Да потому что он не умеет писать». И ведь действительно, язык Достоевского не был витиеватым. Автор делал ставку на совершенно другое, на исследование самых потаенных уголков человеческой души. Сам Достоевский признавал, что его язык далек от идеала. Отчасти это объяснялось его социальным статусом. Многие писатели в то время были зажиточными людьми, не испытывали нужды и могли позволить себе тратить сколько угодно времени, подбирая ту или иную формулировку. Напомним про обстановку, в которой приходилось работать Достоевскому. Долги, нехватка времени, издатели, которые все время подгоняют. Опять же, не забываем про 26 дней, за которые с нуля был написан роман «Игрок». Сам же Достоевский в ответ был более благосклонен к коллегам по писательскому цеху. Вот что пишет его супруга. Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливого поэта, но и как умнейшего и прекраснейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей. Рассуждая о творческом наследии писателя, в первую очередь принято отмечать, что он сделал огромный шаг к тому, чтобы человек стал лучше понимать внутренний мир окружающих его людей. Внутренний мир этот крайне противоречив и несовершенен. Будучи глубоко верующим, писатель рассматривал человека именно через эту призму, проговаривая устами Дмитрия Карамазова мысль о том, что в человеке дьявол с Богом борется. Писатель учит нас смирению и раскаянию, которые, по его мнению, спасительны для человеческой души, для ее духовного возрождения. Жизнь самого писателя
Его путь к принятию веры, перипетии его судьбы сами по себе не уступают многим его романам по накалу страстей и динамичности сюжета. Именно поэтому его биография так привлекает кинематографистов. Среди фильмов о писателе можно выделить «Мертвый дом», снятый Василием Федоровым и ставший первым фильмом о Достоевском. Главную роль в нем исполнил Николай Хмелев. Из века нашего принято выделять сериал Владимира Хатиненко «Достоевский» с Евгением Мироновым в главной роли. Достоевский рассматривается многими как вдохновитель одного из самых влиятельных философских течений XX века – экзистенциализма. За рубежом Достоевский уже перестал быть одним из главных русских писателей, а стал неотъемлемой частью мировой литературы и культуры вообще. Об этом нам говорят бесконечные экранизации, театральные постановки и переиздания произведений писателя. Акира Куросава экранизирует «Идиота». В Голливуде ставят «Братьев Карамазовых». Жан Габен снимается в «Преступлении и наказании». А «Белые ночи» с Марчелло Мастрояни и вовсе получают награду Венецианского кинофестиваля. В России у наследия Достоевского была более сложная судьба. При жизни он получил признание, чего, к слову, со многими не случалось. Но после революции ситуация изменилась. Большевики не могли принять писателя, который из революционера превратился в глубоко верующего консерватора. Есть много теорий по этому поводу. И о том, что его ненавидел Ленин, и о том, что его запрещали, и о том, что его на самом деле не запрещали, а он просто не пользовался должной популярностью в советской среде. Не будем углубляться в подробности, а отметим лишь, что второе рождение Достоевского состоялось уже при Хрущеве, при содействии западного кинематографа и вышеупомянутых нами экранизаций. В Советском Союзе, разумеется, не могли не заметить всплеска интереса к писателю за границей. И вполне возможно, рассудили, что будет неправильным упускать из внимания такой большой пласт русской литературы. Впоследствии режиссер Иван Пырьев снимет «Идиоты» и «Братьев Карамазовых». Начнется переиздание работ писателя большими тиражами. А вскоре к нему вернется статус одного из лидеров русской классической литературы, который, к слову, остается с ним до сих пор. И что-то нам подсказывает, что будет оставаться еще долгие-долгие годы.